Всем доброе утро. Сегодня 21 января. Ты ведешь это самое. Ага, идем на завтрак. Вчера начала снимать завтрак, но половину еды не принесли. Поэтому видео растерла. 6 утра, волн нет, солнце шикарно встает. Уже тепло. Да. Попытка, как говорится, номер два. Что сегодня принесут, да? Да, вчера принесли одно блюдо. Раньше носили по 5, по 4, по 3. Вчера одно блюдо. Немцы уже пришли, семья. Сейчас нам выдадут листочки, на которых мы должны отметить, что мы будем завтра кушать на завтрак. Доброе утро! Она маленькая. Вот все в сборе. Еще двое остались. Александр. Еще две девочки. А, и Тамара наша. Сок со льдом, чай, кофе, йогурт. Это похоже на фанту. Чай без сахара. А это кофе. Вот это сгущенка. Но приносит еще стакан кипятка. Разбавлять. Кофе крепкий. Йогурт вкусный. Нежный и сладенький. Вот, принесли сразу бумагу, которую нужно заполнить на завтра, на твой завтрак. Вот у нас две персоны, наш номер 29. Вот. И выбираете сок свежий, это роллы, сосиски. Отмечайте галочкой. Вот, допустим. И все, что вы отметите галочкой, принесут завтра на завтрак. Суп с говядиной. Это я не знаю, что белое, попробую сейчас. И соус. Суп заказывал Тамара. Надо за ней еще раз сходить. Юля, а что вот это белое? Не знаю, первый раз принесли, что-то клонение. В тонкой рисовой лапше, обжаренным внутри фарш мясной, ну вот, курица или мясо, с овощами. Фрай.